Маша. Маша играет за нежить. Это серьезно. Мистер Лайт скинул геймнейм Маша. Ребята, если вы все еще в свои за 30 одиноки, то есть, короче, тема. Есть тема. Смотрим Машу. Вот Фростахэ сразу оживился. Три сообщения в чат. Тю, говорит, ты конкурентка еще одна. Да, Маша играет за нежить. Хавалайн уже готов. Готов, я чувствую, подкатывать. Ух ты! Ну, все внимание Маше. Маша ведьма, Маша Банши. Кричит так, что... Так, ребят, давайте посерьезнее. Вот отбросим весь наш вот этот вот шовинизм. Забудем, что на сайте у нас 93% мужского населения. Начинаем объективно болеть за Машу. Тебя не было уже в Питере в 2005-м. Был. В Питере я был в 2005-м. И в 2006-м я был в Питере. И в 2007-м я был в Питере. Я уехал в конце 2007-го года. Если я правильно помню. Но в 2005-м точно был. И в 2006-м проходил отборочные. Питерские НовоЦГ. Мне кажется, и в 2007-м я проходил отборочный, последний как раз. Тут такой у Юни билд дикий. Это флаг какой? Румыния или что? Словения? Словакия? Какое из государств? Требуем интервью, чтобы проверить. Словакия. Спасибо большое. Или Словения, говорит. Блин, ну я-то ладно гадаю. Сербия. Хорватия, по-моему. В 19 вроде в 2006 закрылись уже. Ну, скорее всего, да, в 2006 закрывались. Попытка добить. Маша, не получилось добить этого огра. Увы. Но у меня есть сомнения. Я понимаю, что это крайне редко бывает, что за женскими никнеймами в интернете скрываются далеко не женщины. Вот. Сомнения появились, потому что ДК мужского пола. Возможно. Так, ну вообще есть у вас информация по этому участнику? Давай, надо же ответить на вопрос. Да. Все нормально. На месте аватарка, судя по всему. Ребята, давайте вы сами проведете расследование. Приветствую, маленькая трагедия. На последнем обнове приложения Android сломал Chromecast. Отзыв оставил на маркете, но мало ли, есть способ быстрее. Поехали. Все, к игре. Серьезно, давайте оставим вот эти вот хихоньки-хахоньки. Мы пришли сюда не развлекаться на Good Game, в конце концов. У нас серьезное мероприятие. Поэтому сдвинули брови, голос пониже. И думаем, о чем говорим. Так, Маша развивается, делает нерубку на базе. За Машей скрывается Дмитрий. Хитрый план. Вы думаете, это единственное, что поможет Дмитрию исправить ситуацию? Смена пола? Так. Спокойно. Нет, я и так отфильтровал еще следующую шутку, поймите правильно. Все, аккуратненько. Надо проверить бинды. За каждой Машей стоит такой Дмитрий. Да. Ну, загоняют ДК, к сожалению. Пара выстрелов и был бы минус ТП. Харас, к сожалению, не удался.
А мы надеялись. Т2 доделывается. Но с другой стороны, тут экспанда нет в июне. И опять же, это сводится к... Вообще, карта получается не очень френдли для Альянса. Ее наверняка черкали, исходя из того, что она маленькая, и гарнизон на экспанде включает в себя, ну, там, 5 гнолей. Один из них с ядом. Один из них здоровый, который там на харасе добиваться может. Или койлом. То есть это не 3 несчастных там огра маленьких. Или огры 2 тролля. Это полноценный гарнизонище. Ну и плюс... Как бы бежать до экспанда противнику столько же, сколько тебе до этого экспанда бежать. Вот если вы проведете там линию, да, прямую. Ну, хотя вот в этом плане правый нижний респ еще хуже, потому что здесь ближе бежать. Тут-то хотя бы немного преграждает путь вот эти вот елочки не по прямой, а тут прямиком мимо магазина на эксп. Хотя здесь-то, в общем-то, тоже сверху. Мне кажется, что вот отсюда сюда бежать ближе, чем с другого респа. Армию игрока атакуют. Парни, отходил, как дела у Маши. Все нормально, смотрим внимательно за всем, что она делает. 17 хитов. Бутылку взяли. О-о-о, сейчас будет отменен Slaughterhouse. Бойня нам нужна. Потому что в бойне делаются... Хотя не отменит. Убиваем Slaughterhouse. Нова! Бутылка. Нифига себе, как контролит, а. Не, мне почему-то кажется, что это не Маша. При всем уважении. Надо проверить основной аккаунт. Посмотреть на смурфы. Армию игрока атакуют. Так, потому что Бонни крутой. Я не понимаю, о чем речь, Фразон. Да, фига себе у нас Маша на гудгейме. Я сам удивился. Контролят. Я так не контролю. Ладно, так я контролю. Чуть финда мы не потеряли, к сожалению, на этом моменте. На нейтралах. И подставляем вместо лича уже второго финда, не знаю. Конечно, финды регенятся, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Минус телепорт, судя по всему. Выкапывай! Пора! Блин, как все четко делает, а? Так, что дальше? Slaughterhouse, закапывать финдов, естественно, надо. Че стоим пока? Пошел реген. Новые темы. Вот это да. Грамотное использование современных технологий. Совсем недавно выкатили патч. С годик назад. И тут бах. И показывают, как надо использовать. Армию игрока атакуют. Иллюзия очень хорошо контролирует перемещение. Это так же, как говорили, что даже бабушка флеша делать А+, это для старых. Бабушка флеша, ну, там, да, бабушка флеша должна делать А+. Там все семьи должны делать. Как минимум А. Ну, а бабушка с опытом, естественно. Вот эта вот иллюзия, бегающая за тобой, она очень бесит. Даже если не будет никакого крипджека, ты уже напрягаешься. А там Т3, судя по количеству, да. Там Т3. Ну, по количеству войск, которые бегают рядом. Никакого, ни одного рифла, ни одного кастера. Ну, очень агрессивно. Мне нравится, что Мария крипится весьма сносно. Можно лучше, но... Ну, молодец. Флэш тот хум, которому... Ты финал, не-не-не, флэш, которому сущий макротерн. Я вообще не понимаю, как он вызвался за ничью. Преимущество было на его стороне. Ты смотрел эту игру? Сожрали финда, как же жалко, а? И все, уже с первыми конями, со стафами, серьезно? Зачем?
Просто минус ТП. А чё боялись-то? Первого молотка боялись? Ну там мана на койл была. ДК с полной, с полными жизнями. Вот это, вот за это уважение. Вот это настолько неожиданно, что сразу уважительно. Тут, казалось бы, ультимативная разведка, один вертолетик, который палит просто оба выхода с базы. Но тут оба, и выход-то уже был с базы. И абсолютно нелогично со стороны Undead сейчас ставить базу, и это прекрасно. Потому что на это и расчет. Помните, Архмаг прибегал, иллюзии палил, что Undead эту точку крипил. То есть Human даже не будет проверять какое-то время, то сюда бежать на регулярном крипинге. Идеально просто. Идеально. И вот это может сработать. Жук у нас с третьим героем. Я не вижу арбу. Только, к сожалению, может быть, у нас денег нет. Нет, у Маши деньги есть. Сейчас я дверь закрою. Там Ира начала голосить. Вот это то, чего не хватает. Вот такой вот... Такого неожиданного хода. Со стороны Андеда. Смелого хода. Но несколько пассивно играет, к сожалению. Вот эти вот... То, что она мнется. В смысле... Блин. Надо выбирать грамотнее слова. Нерешительная очень. Нерешительная. Вот. Вышла с базы, вернулась на базу. Че, импел-то? Где импел-то был? Ой, ДК бедный. Ой, ДК бедный. Импел делай! Импел! Импел! Что это такое? Что это такое? Телепортируйся, Маш! Маша, Маша. Но зато экспанд есть, жертвенная яма. Хуман сидит на лимите 50, не выходит. И очень грамотно крепится при этом, при всем. Гад. О, кажись, полетели. Вот это грамотно. Андед проверяет. Нет, не проверяет. Ты какой же не очень. Так, ну ладно. Второй зиггурат. Вертолет летает. Ну, басина. Ну, басина. Карта маленькая. Чего ты делаешь? Понятное дело, что это неожиданный ход, все дела. Но сейчас база работает. Армию игрока атакуют. Можно просто сидеть. И проверка прошла. О боже, сейчас быстро выходить из лимита будет. Срочно фермы строим. Ребята, у вас 8 человек, вы сообразить по поводу фермы не можете. Там уже план на выход из лимита. Нет? Да, сообразили. Это было медленно. У меня была попытка заказать коня, конь не поместился, передали там запрос наверх, там бумаги оформлять, средства выделять, потом определялись, кто будет строить, потом уже все сроки прогорели и начали строить втроем одновременно. В общем, как обычно, ничего нового. Казалось бы, одна ферма просто. 80-20, поехали. В пятером. Сначала втроем, потом в пятером, да. Потом уже подключились, когда поняли, что... О-о-о, а это же геноцид. Минус 5 рабочих. А юнит-то не прав здесь. Ой, как он сильно не прав. Что вместе с пушем решил еще... поставить. Хотя нет, он прав. Он прав, потому что он не успевал. Ну, из-за той фермы он не успевал деньги потратить. Слушайте, а здесь можно производить ведь. Хотя кони, они же шустрые, можно гады. Если еще на Blizzard бы переучился, совсем бы классно было. Слава тебе, господи, этого щегла отдадут уже. Давай.
Удачи, скучать не будем. Лич чудом выживает. Импейл шикарный, но здесь нужно сражаться под вышками. А обязательно под вышками. Молоток в... Короче, Машу, кажется, сейчас зажмут. Зажимают Марию. Циклон, импейл, ну а толку? Выскочить нельзя, пока они летают в воздухе. Это минус ДК. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, ну надо Машу успокоить как-то. Будет. Блин, ну реально, просто Маша. Просто Маша. Не киллер 586. Не... Мега... Не дестройер. Понимаете, не... Не Алёша, в конце концов, но Маша. Минус конь. Он не справился с двумя вышками. Так, Маша пытается собраться. У нее базу убивают. Ай-яй-яй-яй-яй. И еще кто-то в дверь звонит ей. Акалиты в шоке, куда бежать, открывать, не открывать. Продают, что успели продать. Зиггурат не успели. Ай-яй-яй-яй-яй. Проверяет эксп, видит, что экспанда нет. И хорошая реакция. Мы играем в вермов. Неожиданный свич, который позволит, например, сражаться с конями. Да, там есть вертолеты, но их не такое большое количество. Вермов бы спрятать. Бы спрятать. Но Хуман значительно лучше крепится, конечно. Он собрал где-то две трети карты. И вертолеты видят, что там вермы. Ай-яй-яй-яй-яй. И сейчас начнешь штамповать. Маша играет, а Миша нет, страшно. Миша проиграет. Угу, Гудвин. Не-не-не-не-нет. Мне, наоборот, должно быть страшно. Потому что если Миша выиграет Машу, ну, окей. А если Маша выиграет Мишу, то возникнет большое количество вопросов. Большое количество вопросов и огромное количество смайликов. При этом. Поэтому лучше нет. Так, вертолеты рядышком. 57 лимита. Нет, да, 57 лимит на 70. Тут 50-60 сидит на лимите. 50 хуман. Кони 3 грейда на атаку. Мечи еще точеные. Против финда. Грамотно. Ну и пошла атака. Сейчас можно попытаться реализовать... Ну, мне кажется, что армию игрока атакуют. Просто получит ДК опять молоток. А, еще провокация в виде экспанда. Ничего себе. Не надо было делать ТП, убил бы рабов. Да, не надо было там делать ТП. Зашел бы на мейн, размял бы ТП на ТП, как обычно. Это все понятно. Ну, сразу молоток. Паладина бьют эти. И тут же телепорт. И минус вирм. Ну, все очень плохо. Попытка поставить базу, но уже, как правило, второй раз такие темы не проходят. То есть в рамках одной игры нормальные игроки уже начинают подстраиваться и проверять, чтобы не проиграть. И вот эта вот эскадрилья вертолетов, она летит строго в сторону базы. А это точно игра в рамках турнира? Слушай, Гудвин, тебя и Маша, я думаю, несмотря на то, что тренировал там студентов каких-то, она, в общем-то, способна. В следующий раз давай, Рекси, первый тур, нарандомим тебя с Машей и посмотрим матч этот замечательный. Вот. Раз ты такой у нас чемпион. Она играет неплохо. Ну или он, я не знаю. Вот, но в конце концов, это начало турнира, первые туры.
А, и уже вертолетов столько. А дашь ГГ, если я Машу выиграю? А что ты можешь предложить взамен, скажи мне, если ты проиграешь Марии? Хороший фокус по коням, но вертолеты уже начинают унижать вермов, дестройеров. Сплить не сплить, уже слишком мало всего. 55 лимит на 54, вертолеты давят. Давить не обязательно, потому что экспанс строится. Армию игрока атакуют. Квартиру, конечно. Слушай, ну... Нет. Высокие ставки, интересно, конечно, но нет. Может, и зря ныряет сейчас на базу. Хотя преимущество колоссальное. Да пало четвертый с этими, с браслетами рунными. Тут сейчас ДК минус опять. Оп. И все. Вот в этот момент пишем Г и выходим. Очень много апсов было. Интересно. Маша произвела настоящий фурор. Она могла уничтожить. И была неплохая задумка с экспандом. Но, к сожалению, есть слабые места у этого игрока.